В их полку прибыло. В Ульяновской поликлинике номер 4 на Камышинской расширился штат. В колл-центр дополнительно трудоустроили 5 специалистов. Теперь они сотрудники единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Речь идет об электронной регистратуре. Это единый номер телефона, куда может позвонить пациент из любой точки региона. Его запишут на прием к врачу в поликлинику по месту жительства. Электронная регистратура есть в каждом медучреждении региона. Для внедрения этого проекта во все учреждения здравоохранения у нас были установлены 236 телефонных аппаратов, были установлены также 56 коммутаторов и, соответственно, была организована единая виртуальная АТС. Основная цель единой электронной регистратуры – дать возможность дозвониться, записаться на прием каждому, если телефон поликлиники постоянно занят. А также управлять потоками пациентов не только в рамках одного медучреждения, но и в пределах всего региона. Создать и развивать единый цифровой контур – прямая задача нацпроекта здравоохранения. Включается голосовой помощник IVR, то есть нажмите 1 для того, чтобы записаться на прием к врачу, нажмите 2 для консультации. То есть это самый первый этап. В будущем мы планируем развивать эту систему и добавлять еще несколько кнопок, к примеру. То есть вторая кнопка мы будем добавлять, это будет для единого номера для вызова врача на дом и для единого номера для вызова неотложки на дом. Сейчас на телефон единой электронной регистратуры поступает порядка 2000 звонков в сутки. В среднем ожидание на линии не превышает 7 минут. Мы работаем первая, вторая смена у нас. Мы с 7 утра и до 7 вечера работаем, принимаем звонки. Утром, конечно, больше звонков бывает, вечером уже немножко поменьше. В основном к узким специалистам записываются вечером. Электронная регистратура также помогла сократить очередь в регистратурах поликлиник. Здравница под номером 4, медицинский ресепшн, работает еще и по принципу бережливой поликлиники. Регистратор сидит отдельно от картохранилища и не отвечает на звонки. Карточку конкретного пациента ищет медсестра, а все звонки поступают в колл-центр поликлиники. Когда мы искали карточки, уходил почти минут 20 у нас. Это, считайте, всю регистратуру надо посмотреть. А сейчас у нас уходит, вот она пока ждет, но минут 5 он ждет. Пока регистратор другой, регистратор бегает карточку, что она другого обслуживает. Сократилось нам много времени. К слову, за 4-й поликлиникой закреплено свыше 123,5 тысяч пациентов. И регистратура сегодня работала хорошо. Почему говорю хорошо? Обычно приходят или 3 только окошечка, а сегодня все окошечки были. И женщины обслуживали быстро. Номер единой электронной регистратуры 8 800 273 07. Рената Алиулова, Юрий Конихин, Улправда ТВ.